Часть вторая. Рой собрался. Вот такая вот у нас картина получается. Вот она, грань нашего колокольчика. И вот на весах был баланс. 4 дня он полный внутри. 4 дня она толком не работала. Только мёд жрала. Ждала, когда лететь, матка будет готова. Вот каждое утро отнимал 0,5 килограмма. Только что, буквально в 11 часов, я баланс установил. Через 2 часа вылетел рой. Одним словом, минус 2,5 килограмма пчелы получилось. Семья на 3 магазинах. 33 номер у меня тоже на 3 магазинах. Ну и там 2-2,5 килограмма. В общей сложности как минимум здесь 4,5, а то и 5. Возможно, больше. Сейчас будем высыпать. Сразу не жду я 3 суток. Сразу высыпаю их на вощину. За 3 суток она оттягивает вощину уже. Несколько рамок. Ну, такой рой. И 6 рамок оттянет запросто. Вот прогрызли дырку и лазит туда-сюда. Жульё, блин. Вот собрали лётную пчелу с пыльцой. Вот она ползает. Ну, потом лётная пчела может разлететься по своим из этого улья, а может и остаться. Ну, вот теперь через пару дней полезем в контрольную. 14-й. Посмотрим, что они там делают. А чего вы тут сидите? Хулиганье. Идите до кусик всем. Ну, это все. Теперь уже точно все. Всем удачи, пока.